Полон мой кулек. Раз горох, два горох. Привет, суслик. Ты что делаешь? А что? Зима на носу, горох собирай. Вот я уже... Ой. Ты чего чужой горох клюешь? Как чужой? Я нашел. А ты его собирал? Кыш! Эх ты! Сам ты, эх ты! Я тебя в такое место отведу. Гороху-то за 100 лет не съешь. Съем. Веди. Мы приятели большие, мы делиться всем решили. Пополам любой пирог. Раз, горох. Что это? Кладовочка такая. Гороху тут до самой крыши. А чей он? Ничей. А как нам туда забраться? Вот дорога. Вперед! За мной! А чья все же это кладовочка? Она для всех. Видишь, какая огромная. Отпущу, тебе больнее будет. Ага, тогда тяни скорее. Так, держись, сейчас я тебя... Ну, пошли, скорее. Прыгай! Отпущу, мне больнее будет. Ну тогда держись крепче. Я отсюда не уйду, пока сам собой до пола не опущусь. Как до пола? Ну, пока все не съем, так и буду опускаться постепенно. Ага, и я постепенно. Ты чего молчишь? Рот занят. Чего-чего? Рот занят. Ты чего у меня горох берешь? Как у тебя? Подо мной, значит, мой. Ах, вот ты как. Тогда давай делить. Давай. Раз горох. Два горох. Раз горох. Два горох. Раз горох. Два горох. Фу, так долго. Давай горстями. Давай. Это мне.
А это мне. Это мне. А это мне. И это мне. А это мне. Мне. Итак, долго. Давай лучше сразу все разделим. Давай. Ты чего не ешь, а? Стерегу. Чужой. Мы нашли. А вы его собирали? Так вам и надо, жадинам. От чужого добра не бывает добра. Да. Все ты. Ничья кладовочка. Эх ты. Эх я. Привет, Хома! Здорово, суслик. Суслик, ты мне друг? Еще какой! Сделай за меня зарядку, а? Ладно. Спасибо, друг. Бегай. Мне бегать полезно. Ладно. Может, хватит? Ты что, устал? Устал. Чего? Это я устал. Ты же за меня бегаешь.
О, как я устал. Может, хватит? Какая же это зарядка без купания? Переходим к купанию. Ты меня во всем должен слушаться. Я на полгода старше, значит, умнее. Плавай, плавай, пока я не наплаваюсь. Мне плавать полезно. Может, хватит? Может, хватит? Может, хватит? Хватит! Славно я сегодня зарядился. Переходим к завтраку. Беги на дальнее поле за стручками. Через рощу. Через рощу я лесу боюсь. Не бойся. За тебя я бояться буду. Если ты как следует разбежишься, сразу рощу проскочишь, испугаться не успеешь. Я успею, я успею. Чтобы тебе, суслик, как следует разбежаться, надо подальше отойти назад. Главное, хороший разбег. Главное... Главное! Ой, вот что значит хороший разбег. А что же мне теперь придется за суслика горох рвать? Хорошо, только дороги не видно. Все хорошо, только дурень я, дурень. Зачем я такую тяжесть в такую даль тащу? Надо по-другому! Не спешите меня. Мне смеяться нельзя. Не смешите меня. Ha 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 ha
Стручки. Где? Съел? Я? Я не один. Мы вдвоем. С кем? С тобой. Как? А так, ты два стручка принес. Два. Как раз на нас двоих. Ты не думай, я тебя не обделил. Сам я маленький стручок съел, а за тебя... Второй, побольше. Правда вкусный? Все верно. Все сходится. Только одно непонятно. Почему мне есть хочется? А? Странно.